Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Турнир закончился. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. Сюрикены, 10 тысяч. Отлично просто. Так, Рафаэль, видение, 15 карточек, ребята. 50 серебряных и 40 золотых осколков. Шикандос, забираем еще здесь. Вау, также сразу же отправляемся, ребят, в магазин. Давайте посмотрим, что нам выпадут из колод. Как раз две штучки у нас накопилось. Так, Змейка Вьюн, там стопудняк. Да, именно он, я его сразу пропалил. Так, и давайте здесь посмотрим. Будет кто-нибудь? Эх, по-моему, здесь... А, нет, есть сзади какая-то карточка, ребята. И, по-моему, это... Ага, Рокзар. Нет, я подумал на другого. Ну что же, давайте заберем реворд с задания. Так, поднимите уровень персонажа. Это я больше всего люблю. Поднимать уровень персонажа. Так, что же нам сделать? Кого бы прокачать? Я думаю, что пора уже... Нет, давайте Рокзара. Рокзара, да, ребята. Надо ему поднимать уровень, ну, желательно уже где-то до 60-го. Согласитесь. А в идеале лучше вообще до 70-го. Но 70-го у меня только здесь один. Это Рафик. Рафик непобедимый, назовем его так. Так, подняли уровень, забрали реворд. Дальше у нас идет 10 боев, это все понятно. Пройдите одну серию испытаний. Ребят, давайте сразу на изи, на скорости турбоускорителя ее пробежим. Даже, грубо говоря, на автобое все это дело пропускаем, естественно. Почесали на двойном ускорении. Мы сейчас это все дело пробежим, моментально завалим. Лишь бы, как говорится, сделать задание и получить за это нам реворд. Бум! Молодец, зэк. Так, давайте еще кто-нибудь массовый удар. Ну что ты делаешь, Рокзарчик, ну зачем? Ладно, пускай будет так, ребята. Хоп, ну как же так? Вы не можете завалить каких-то вонючих мелких цыплаков. Ну, смех просто-напросто на палке. На! Все, упал цыплак. Что ж, двигаемся дальше с вами. Ну и здесь, как обычно, по стандарту, ребята, Рокстеди, Бибоп, один ниндзюцу из клана Фуд, который уже упал. Во, наконец-то. Вот это хорошо. Да, а почему ты так мало отнимаешь? У тебя вроде бы нормуль удар. А так, по минималочке, ребята. Так, ну сейчас... А, нет. Я думал, сейчас Рокзара наклонят. Но не нагнули. Не нагнули, и это хорошо. Так, тем более Лео делает отхил. Вообще шикандос. Рафик, я так понимаю, да, делает провокацию. Все, ребята. Ну, здесь изейше все будет. Рафика никто у меня из вот этих вот слабаков пробить не сможет просто-напросто. Есть, все, замечательно. Задание мы с вами выполнили, даже я бы сказал, идеальненько. Так что двигаемся с вами вперед. Так, ну это нам не нужно, это мы пропускаем, ребята. 24 опыта, как много, 100 экспы, хорошо. Так, давайте-ка сразу посмотрим, что у нас еще есть за задание. Получить, а я разве не получал? Погоди-ка секунду. А, ну да, конечно же не получал, ребята. Давайте заберем 5 осколков. Сплинтер, 1 карточка ДНК, 2 осколка серебряных. Кунаичи, 1 ДНК, 5 порталов, 3 доллара. Вообще, вот доллары прям вот жмут, я не знаю. Ну, 3 доллара, смех на палке, елки-палки. Ладно, давайте заберем наши здесь реварды. Кстати, у нас 13 тысяч сюрикенов. Это местная валюта, значит, мы с вами можем что-то купить. Так, ну что же, остается сделать нам с вами бои. Естественно, ребят, я отправляюсь. И будем мы с вами что делать? Ну, во-первых, нам нужно все-таки докачать Рокзара. Поэтому будем, естественно, на него искать карточки. Как видите, нам почему-то облом большой на всю рожу показали. Хорошо, давай. Ну, вот здесь вот выпал, молодец. Я не против. Давай еще, пожалуйста, одну карточку Рокзара. Вот, спасибо вам большое. И также у нас кто-то там еще, ребят. По-моему, железная голова уже приближается, да? Ой, нет, не приближается. Так, у нас, смотрите, ну, все равно нужно, ребята, его искать. Ну, хоть у него и 34 карточки, но... Все-таки это самый ближний, который у нас может получить 5 звезд, персонаж. Так, отлично, попали. Плюс мы здесь всякие собираем нужные нам элементы, там, йо-йо... Игральные карты, все это, естественно, пригодится для кого-нибудь, если честно. Так, еще, смотрите-ка, нам досталась одна карточка. Так, нам все равно, в любом случае, ребята, придется еще сыграть и разыграть еще какого-нибудь персонажа, чтобы завершить. Так, здесь мы все нашли, и это у нас будет, ну, естественно, карай, ребят. Карай-змея, мы находим последнюю нам недостающую карточку. Ну, в плане для того... В принципе, задание сделали, но я уж пробью. Ладно, ребят, давайте сделаем с вами еще. Вот, нам карайка достала. И еще одна карачка. Пожалуйста, дай карайку мне. Нет, не дали.
Ну ладно, не беда, ребята. Мы выполнили сразу три задания. Давайте заберем здесь реворд. Нам еще достанется карточка Рафаэля. У нас уже 6 карточек в запасе, грубо говоря. Ну что же, а теперь можно, наверное, немножечко... Давайте посмотрим, что у нас за задание, да? Так, подожди-ка, что нам нужно? Нам нужно отправляться в бой. Так, у нас здесь мутаген, кстати, разыгрывается. Давайте мы по-быстренькому с вами его соберем. Командочка у меня будет вот такая вот. Все, естественно, ребята, на автобой, чтобы слишком долго здесь не париться. Займет это минуты 3. Готовченко. Ну, чем хорошо, ребята, что мы здесь получаем опыт. Единственное, что у меня не получает опыт, это, по-моему, Рафик. И сейчас посмотрим, если не ошибаюсь. Нет, они все получают у меня опыт, так что все замечательно. Давайте сразу же рванем с вами за 600 мутагеном. Так, а вот я потом думаю, что же нам надо посмотреть, что за задание будет. И надо приступать их к прохождению. Но также не забываем, что у нас еще есть лига. Я, правда, не знаю, стоит ли идти сегодня, иначе у нас получится длинная такая серия. В общем, разберемся с вами с этим как-нибудь чуть-чуть попозже. Ну а пока будем дальше с вами все-таки собирать мутаген. Ну что, давайте еще один быстренько с вами эпизодик пролетим. Также, естественно, на автобое. Ну, тут, ребят, сами прекрасно знаете, на этих топорах мы все это быстренько с вами пробежим. Оу, Лео решил сделать суперудар. В принципе, зря. Он даже, представляете, да, вот вот этот мутагеноид у нас 30 уровня. Леонардо сейчас только что сделал супервертушку, которая в былые времена ложила у меня пачки. А здесь он отнял всего лишь чуть-чуть здоровья. Как вот это можно понимать, я не знаю, ребят. Но, короче, у нас еще осталось 4-5 эпизод пробежаться. И все. Весь мутаген мы с вами соберем. Он нам нужен, естественно, для прокачки наших героев, наших персонажей. Так что мутагену здесь все равно не жить. Как бы он здесь ни выделывался, ни выеживался. Все, ребята, он просто-напросто трупец. Динч. А вот, да, ребят, смотрите, я вот что заметил. Леонардо, он сам по себе наносит мало урона этому мутагеноиду. Видимо, как бы есть, как сказать-то этот... Дополнительная защита у мутагена против Леонардо. Хорошо, ладно, ребята, у нас 1500 мутагена разыгрывается. Обязательно с вами его получим. Ну-ка, давай, бум. Рокзар уже стоит, Малорик держится. Молодец, так, ну видите, Лео, так. Ну, Раф, ну я не этого от тебя ожидал. Лучше бы ты сделал провокацию, если честно. Бум, сейчас все-таки Рокзара уложат, а. Уложат его, да, вот сейчас вот, бам. Нет, еще стоит до сих пор. Лео решил нас подхилять. Хорошо, ладно, вот, теперь он делает провокацию. Молодец. Ну, бой, как обычно, затянулся. Бум, ответку дашь? Дал, смертельную ответку он ему впендрючил. Поэтому, ребятушки, победа за нами. Все, с мутагеном мы с вами разобрались. А теперь будем смотреть, какие у нас с вами задания новые. А они должны быть. Ух, сколько у меня там, 7000 мутагена, замечательно. Так, и смотрим. Так, нам нужен не список, нам нужно здесь турнир испытания. Давайте-ка смотрим. Сцены насилия и силы природы. Давайте начнем с силы природы. Так, у нас здесь будет вот такая карточка. Потом будет Рокзар, наверное. Ну что же, поехали, ребят. Будем как обычно. Погоди-ка, куда это я? До нашего предела идти. Какие мне карты дадут? Ох, ребята. Ребятули, ты смотри, самых мощных моих братков дали. Слушайте, ну здесь, по идее, мы должны с вами будем далеко дойти. Сейчас посмотрим, как у нас здесь весь расклад произойдет. Ну здесь-то понятно, ребят, 10 уровень, фиг ли тут и говорить. Я бы с удовольствием бы вот на этих этапах бы поставил бы не x2 ускорение, а x10, чтобы моментально можно было просто это пролететь все дело. Так, мы здесь их защелкали. Дальше двигаемся. И... Ну, здесь, ребята, 12 уровня босса у нас. Бум, Рокзар упал. И клан футовский ниндзя тоже, естественно, тут падает. Отлично, ребята. Шикарненько. Ладно, мы с вами быстренько двигаемся вперед. Так, давай. Опс, отлично. Так, саблезуба, одна карточка у нас достается. И пошли, ребята, прямиком, как говорится, за карточкой Рокзара. Так, тут грибы, это все не страшно. Какой уровень? По-моему, 25-й будет, да, если я не ошибаюсь. Даже 20-й, ребят, даже 20-й уровень, это изейше для нас, опять же. Тем более для этой команды. Да, считай, все мои супер бойцы доступны нам. Так что, думаю, где-то до 65-х, наверное, мы с вами дойдем. Может быть, 60-й так точно. Так, смотрите, просто с удара. Бом-бом. И это хорошо, ребята.
мы очень быстро с вами продвигаемся и, соответственно, очень мало тратим на это времени впустую. Так, победа. Нам достается карточка Рахзара. И причем 3 звезды. Значит, что мы с вами можем, если что, разыгрывать, как говорится, на порталах и, соответственно, получать еще карточки. Так, а здесь у нас карточка Тигра. Ну что же, ясен перец, ребята, вперед в бой. Кстати, у нас же карточка Леонардо Видения, вроде бы, если я не ошибаюсь, была, да, выиграна. Но 15, как я понял, мы не набрали с вами нужное количество карточек, поэтому персонаж этот до сих пор у нас будет закрыт. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь, ребят. Так, ну что же, ниндзя у нас падают один за другим, и у нас заключительная третья волна. Кто у нас там? Там у нас должен быть тигр, по идее. Да, тигр. Ага, и доник. Хорошо, сейчас мы с ними быстренько разберемся. Здесь, ребят, 35 уровень врагов. Что он может сделать? Естественно, ничего, потому что у нас герои здесь слишком хорошо прокачаны для них. Все, опять же, победа за нами. Двигаемся с вами далее. Ну, давай, не томи. Загрузочка, ну, пожалуйста, ну, давай побыстрее маленько, что ли, я не знаю. Так, вот она, карточка тигра. Тигр мне очень нравится, ребят, я его хочу пропать. Оу, да неужели нам даже карточка Шреддера будет доступна? Замечательно. Мы дошли с вами до 40-х, 45-х уровней. То есть еще где-то эпизодика 2 мы здесь с вами, наверное, я думаю, сможем прошуршать. И это будет хорошо. Это первое у нас, ребят, событие. Потом и еще будет второе. Не знаю, хватит ли у нас там сырка. Будем надеяться, что хватит. Так, здесь мы уложили всех практически в легкую. 45-го. О, ты смотри-ка, 4 грибочка. Человека-гриба. Я, честно говоря, вот до сих пор не вижу, чтобы это были какие-то люди. Это на самом деле какие-то просто-напросто... ну, грибы, осьминоги, как... медузы, елки-палки, как хотите их называть. Но уж явно не люди. Может быть, превращенные... бывшие люди, превращенные просто в такие грибы. Может, поэтому их называют люди-грибы. Так, ну что, а вот и сам Шреддер. Это у нас третья волна. Интересно, кто же тогда будет у нас боссом? Я думал, что Шреддер будет последним. Но нет, его почему-то в третью волну засунули. Как-то даже немножко странно это. Хорошо, ладно, сейчас он получит люлей все равно. На Лео, да, смотрите-ка. Кулачонки свои поднял. Ладно, хорошо, за это он, ребят, поплатится своей жизнью. Вот упал. И мы заходим. Ах, ну да. Здесь же, ребята, будет у нас босс. И босс это Химера. Хотя, на самом деле, это не Химера, какая-то хрень непонятная. Мне напоминает почему-то какого-то червяка, если честно. Шея вот эта вот. Особенно, ну как червь голимый. Ну что ты там пыхтишь-то, елки-палки. Все, пора тебя отправлять туда. Легкий, конечно, боссик этот. Ладно, ребят, победа за нами. Мы с вами переходим, наверное, на 55-х вражин. Я имею в виду по уровню. Сейчас мы с вами увидим. Так, карточка Шреддера достается. Шреддер мне тоже нравится. Так, смотрим, кто у нас здесь. Ну, это понятно, это видение. А уровни какие? 55-й. Ребят, ну здесь, я думаю, мы еще с вами должны справиться. А вот насчет следующей волны, там уже будет 65-й, да? Уровень врагов. Слушайте, вот там, наверное, уже будет у нас предельная точка. Потому что, ну, стопудово нас там будут уже разбирать. А Рахзар, так, наверное, точно там не выживет. Будет падать. Потом, наверное, там упадет у нас кто? Зэк. Да, он самый слабенький у нас. Хотя, блин, представляете? Нет, вру. Леонардо тоже у нас 60 уровня. Но если сравнить Лео и Зека, то у Лео, мне кажется, защита в разы будет круче, да? Чем у Зека. Бум. Видите, он даже не может, елки-палки, добить. Так, хорошо, тут нормуль. Ну зачем ты сейчас делаешь, Лео? Ну, родной. Смотри, видели, ребят? Просто с удара положил одного кланфутовца. А там с мутагеноидом, извините меня, 30 уровня. Делал суперудар и не положил его. Смотрите-ка, Шреддер опять здесь. Хм. Очень интересно. Но он здесь уже в конце. Так, ладно, сейчас мы их разберем. Должны разобрать. Да, а нет, смотрите-ка, работает все-таки. Да ладно, они... вот. Слушайте, у них у всех, ребят, стоит ворот. Шреддер делает свой суперудар. Так, за это он получает звездюлей. Угу. Вот так вот они решили. Ладно, ребята. Оу, да ну ладно тебе, брось ты, что ты, Зэк, ах ты мелкий свинопас. Зэк упал, ребята. Ну, я вам говорю, что он слабее будет, чем Леонардо. Но не везде, правда. Есть, где он бомбит просто на ура. Видимо, здесь он слаб. Самое слабое звено было. Хотя Рахзара, если бы они начали бы жучить, он бы тоже упал бы. Ничего бы ему здесь не помогло. Ну что же, давайте рискнем с вами. Так, Рафаэль Видение, замечательно. И рискнем мы с вами на следующий, вот этот вот. Какой уровень, посмотрим?
65-й, ребята, была, как говорится, не была. Ну, не пройдем, так не пройдем. А если пройдем, то хорошо, я буду уже сам рулить. Поэтому вперед, как говорится, с песней. Начнем, пожалуй, с бомбочки. Ага, все, ну и теперь. Что, что? Так, молодец, Рафик, умничка. Так, Рокзар, добьешь? Что такое, что? Я не пойму, а, ну да, ребят, фу ты. Давай этого щелк-щелк, отлично. Так, что по тебе сделать? Давай просто ударим. Бум. И добивочный от Рафика. Давай вот так вот. Замечательно. Так, вторая волна у нас, ребята. Тут у нас, ага, грибы. Грибы — это плохо. Ладно, мы не будем, ребята, с вами тратить хил от Леонардо. Он нам еще пригодится. Во, Раф, молодец. Две попытки контратаки. Ты меня порадовал. Так, вот что за фигня? Я не понял. С какого перепуга они тут раздухарились? Кланфутовцы-то эти. Пора их немножко приструнить, по-моему. Ну-ка. Тыкс. Нет, не пробили, ребят. Ой-ой-ой, Рокзарчик, ты у меня можешь упасть буквально в любую секунду. Но я надеюсь, этого не произойдет. Да, этого не произойдет, ребята, мы здесь вздрючили. Ну что же, третья волна. В любом случае, мне придется сейчас тратить хил от Лео. Или же... А давайте мы вот так вот сделаем. Мы с вами сделаем защиту Криса. Потом сделаем вертушку от Лео. Блин, надо было хил врубить, наверное, скорее всего. Да, ребят, скорее всего, надо было хильнуться нам. Ладно, попробую так сделать. Добили. Давайте, наверное, вот этого гриба сейчас щелкнем. Так. И, а этот не успели. Что, массовый? Да, массовый удар, я немножко ошибся. Но Раф сделал свое дело, все, это отлично. Естественно, сейчас мы этих ниндзюц уже положим. Да, я сделаю подхил, ребят. Лучше так с вами поступим. Кого он будет бомбить? И он бомбит... А, он массовый сделал. Ну ладно, хорошо. Что ж, четвертая волна. Ребят, если мы проходим здесь... Оу, щетос. Как ты меня, Сплинтер, тут немножко... Не нравишься ты мне здесь, если честно. Ладно, сделаем вот так вот провокацию. И начнем уже. Попробуем... Ах, не повесили на него. Оу, у него что, контрудар? Так, что это такое? Скорость повысили. Оу, и еще плюс при этом поставили... Да что ж такое, ты... Нифига, ты посмотри, что он... Он повесил на нас, обалдеть, ребята. Мы не можем подхиливаться. Дун, Рокзар упал. Мы не можем хиляться с вами, мы... У нас защита понижена. Уху, как тут все печально-то. Ой, язык упал. Слушайте, я все равно должен пройти. Я должен, я обязан пройти, ребят. Давайте мы с вами Сплинтера попробуем все-таки уничтожить. Есть. Ну, в принципе, дальше уже дело за малым. Тыч, упал. Надо было, конечно, вот этого вот бомбануть. Но фиг с ним. Опять, что ли? Скорость. Так. Бум, отлично. Нифига он там шмаль... Оу! Ты посмотри, ребят. Они разобрали Лео у меня. Что ты будешь делать? Да ладно, что за лучники? Я не пойму, блин. Что за гумплены? Давай нафиг. Да какой я хотел удар сделать, блин. Так, этого ниндзюцу мы снесли. Фу. Ну не знаю, ребят, не знаю. Если сейчас мы... Ну ты будешь контрить-то, ядрен батон. Контришь ты. Контришь, да поздно уже ты контришь. Так, здесь понятно, мы сбили с него. Ну что он сейчас будет? Опять какую-то фигню бросает. Ой. Ребят, постепенку повесили на нас. Да, мы не смогли здесь победить. Бред какой-то, просто бред. Что за говнюки, что за лучники? Черепашки-лучники, они просто меня достали. Да, распинали, конечно, не там всех. На самом деле, все это полная чушь, ребята. Я бы там бы смог бы пройти. Ой, не будем мы, короче, переигрывать пока. У нас с вами сколько? Всего лишь 17 сыр осталось. Давайте здесь мы с вами добудем карточку Кейси. Да, карты нам, конечно, игровые дали фиговенькие. У нас тут только Лео и Раф могут свободно, как говорится, как рыбка в море проходить. Остальные, естественно, все тут загубятся. Ну, не на этих уровнях, где-то на левлах 45-х, 50-х, это точно. Они всплывут кверху брюхом. Так, ладно. Тут пока справляемся, естественно, ребят. Тут даже Донни еще рулит у меня 30-го уровня. Слушайте, блин, что-то меня как-то вот осадочка коребит. За счет того уровня, который мы с вами только что вот проиграли. Блин,
Хочется пойти отомстить, но, понимаете, у нас сыр-то с вами тоже заканчивается. Я в следующей серии, ребят, скорее всего, накажу. Накажу тех ребят, как раз у нас будет с вами много сыра, накопится. И тратить его, естественно, некуда будет. Я пойду туда и буду их наказывать. Да, я думаю, что это будет справедливо. Сейчас, ну, как-то неохота тратить, ребят. Давайте лучше мы с вами здесь вот как можно больше пройдем. Так, уже 4 сыра тратим. Осталось там всего ничего, ребята. Наверное, 3 ходочки еще успеем сделать с вами, и все. Так, погнали. Отличненько. Так, Рафик. Майки. Так, вторая волна у нас идет. Ну, здесь Маузер, это, ребят, для нас ерунда. Ну, что ты делаешь? Защиту зачем? Зачем сейчас нам защита, а? Надо защиту всегда делать на последних, ребята, волнах. Ну, по возможности оставлять все вот эти супер боевые удары, скиллы на последние этапы. Потому что там обычно у нас всегда боссы, и, естественно, нужно их тут тратить. Так, что ты пыхтишь, пыхтуля? Все, мы порвали здесь, ребята, этих сосунков. Двигаемся, естественно, с вами дальше. Как можно быстрее. Так, ну, наверное, мы... Хотя... Нет, не будем мы, наверное, сегодня, ребята, проходить с вами лигу. Потому что, опять, вы прекрасно знаете, мы начнем с нуля. Это с самых первых своих мобов, точнее, героев. Это 20-е, 30-е уровни. Это очень много времени на это уйдет. Я думаю, что это вас утомит все. Мы, как всегда, будем с вами уже проходить, когда будем доходить до нашего предела. Да, я думаю, что это будет оптимальный вариант. А это дело просто быстренько проматывать. Вот и все. Так, ну что, вторая волна у нас. Ну, клан футовцы и... Извините меня, маузеры. Ну, тюк-тюк-тюк-тюк. Такой слабый все-таки Донни вообще. Слабачок. 30 уровень против 30 уже не тянет. Ну, он не раскачан, ребят. Что тут говорить. Так, ну и что, последний тут охламоны у нас. Это у нас Рафик. И я смотрю, что это... Так, я уже забыл, как его там. Раф и Майк. Майки, да, у нас, значит. Всех черепашку уже позабывал. Ядрен батон. Ну, да что у тебя твоя защита? Зачем она сейчас нужна, ё-моё? Лео, ядрить тебе на корень. Ну что ты делаешь, супердар? Ладно, все, мы здесь прошли, ребята. Сразу же, естественно, переходим на следующий эпизод. Так, это у нас там какие уровни-то сейчас будут? Сейчас мы с вами посмотрим. Ой, карточка Раф, у меня уже их, по-моему, 7. Ага, здесь мы получаем Майка, да, значит? 6. Ой, а у меня не хватит. Пипец, ребятушки. Ну, давайте тогда здесь сколько? 3. Блин, не хочу. Вот, вот здесь один раз. Давайте крутанем, фиг с ним. Может быть, нам кто-нибудь выпадет? Нет, нам дали всего лишь 2 бакса и сказали, иди отсюда. Так, ну что же, ребята, давайте тогда... У нас с вами очень много этого. Мутагена, так ведь? Сейчас посмотрим, что у нас тут за предметы продаются. О, вот это вот я приобрету с удовольствием. Ну и давайте карайку возьмем. Фиг с ним, так уж и быть. Так, смотрим по монетам. 111 монет, ребята. Так, я беру лису. Я решил ее все-таки копить. Долго это все будет. Ну, фиг сделать. 600... Ой, 570. За 570, естественно, мне говорят, гуляй, рейд, и не возвращайся. И я пошел гулять. Так, и все, по-моему, да? Ежедневки сделаны. Так, приключения. В приключениях, ребят, я вот это вот с вами хочу крутануть. У нас пиццы хватает еще, поэтому давайте будем крутить. Мне хоть раз когда-нибудь выпадет, извините, здесь пак ДНК. О, 2 карточки Майка. Замечательно, крутим далее. 3 попытки, как вы знаете, нам всего лишь здесь дается, поэтому будем их все тратить. Стопы! Эх, там чуть-чуть, ребята. Ну... Кейси Джонс, 1 карточка. Ну что ж, давайте последний, заключительный с вами разочек запустим и... Тормози. Ну, ядрёна вошь, ты что ж ты выжил? Эх, Рокстеди из фильма. Ладно, хорошо, ребята. Как-то так у нас получается. Что мы еще с вами? Ну, турнир вы прекрасно сами понимаете, ребят. Ну, это с самого начала все надо. Думаю, что этого сейчас нам не стоит делать. Я уже потом как-нибудь сам поиграю. А мы, как я и говорил, начнем где-то уже на 40-х, на 50-х, вот так вот уровнях. Ну, на 36-х. Я думаю, что это будет для нас самое лучшее. Так, ну что, и вроде бы как все, ребят. Мы вот так вот по-быстренькому с вами пробежали, прошуршали.
И, как говорится, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.